Волгоградская область получит дополнительные субсидии с федерального бюджета на развитие малого и среднего бизнеса. Это стало результатом победы в конкурсе, организованном Министерством экономического развития. Общий размер ожидаемых финансовых вливаний – 174 миллиона рублей. Одним из самых крупных проектов является создание центров коллективного пользования для агропромышленного комплекса. Первый такой центр появится уже в этом году в Быковском районе. На реализацию проекта планируется направить 40 миллионов рублей, полученных в виде федеральных субсидий. Высокотехнологичная сельскохозяйственная техника, в том числе носящая инновационные характеристики, будет предоставляться на льготных условиях субъектам малого предпринимательства. То есть коллективный доступ уже в самом названии центра. Его основной смысл. И в рамках этого будет предоставляться поддержка по продвижению продукции товаропроизводителей сельскохозяйственных района на рынке как Волгоградской области, так и за ее пределами. В этом году будет усилена финансовая поддержка малого и среднего бизнеса и на региональном уровне. Областная программа включает ряд направлений по компенсации затрат, связанных с предпринимательской деятельностью. Это коснется, к примеру, лизинговых платежей, проведения сертификации предприятий, участия в выставках и ярмарках. В особом приоритете помощь инновационным компаниям и развитие молодежного предпринимательства.